Сегодня наша тема – преддверие Нового года, бриллиантовый маркетинг-план от Елены Коваленко. Я хочу представиться, кто меня не знает. Меня зовут Елена Коваленко. Я нахожусь в закрытом статусе «Золотой директор» и в открытом статусе на данный момент бриллиантовый директор компании BioSim. И расскажу вам о том, как подготовиться к Новому году. Смотрите, что я советую вам сделать. Как вы знаете, Новый год очень скоро, и каждый раз все совершают одни и те же ошибки. Все тянут до последнего, а потом перед самым Новым годом начинают думать судорожно, как же не забыть кого-то, не обидеть родственников, близких, друзей, как подарить всем подарки. Да, кроме Нового года у каждого какие-то свои праздники, потому что люди все с разных регионов, и в каждом регионе есть какие-то определенные свои праздники. То есть много праздников на самом деле. Что я советую очень сделать прямо сегодня? Не тянуть с этим. Составить вот такой список. Чем этот список хорош? Во-первых, вы не забудете каждого из членов семьи, из друзей, из знакомых, из родственников. Никого не обидите. И вы сможете рассчитать свой семейный бюджет, то есть сколько вы можете потратить на каждого близкого и нужного вам человека. Да? Кроме того, есть учителя, воспитатели ваших деток. Каждому что-то такое, мелочь какую-то, но подарить желательно. Поэтому сделайте сегодня вот такой вот списочек, продумайте каждому человечку подарок, и поверьте, если вы сделаете заранее, и вам будет хорошо, и люди будут очень довольны, будут вас ценить, любить, и будут вам очень благодарны. Что же может быть прекраснее, чем благодарность человека? Ну и почему же это нужно делать именно сегодня? Потому что у нас сегодня и завтра – это те два дня, когда вы сможете получить кучу подарков по нашим замечательным акциям. Это раз. Два. Если вы сейчас делаете заказы, вы их точно успеете получить до Нового года, успеете их разложить по подарочным пакетиком. Кстати, если вы знаете, в BioSim замечательные подарочные пакетики, есть и мешочки из очень красивой органзы, такая ткань замечательная, которую не стыдно преподнести, подарить людям. Есть бумажные пакетики тоже разных цветов. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, и вам это облегчит с упаковкой, опять же. Скажите, пожалуйста, кто уже вот такой список из вас написал, кто уже подготовился и продумал, что будет дарить своим друзьям и родственникам на Новый год, на Рождество, на какие-то другие праздники, которые есть, может быть, в вашей семье, вашего рода, да, скажем так, у каждого свои праздники. Но есть какие-то, которые празднуют в основном многие люди. Напишите, кто уже подготовился, кто уже это все сделал, кто уже готов встречать Новый год спокойно и готов на себя любимую потратить время перед Новым годом, а не на бегание по магазинам и судорожное хватание ненужных подарков, которые увеличивают свою стоимость в 3 раза. Вот Наташа только составляет, да, но это уже хорошо. Вот, Наташа, я надеюсь, что мой совет поможет вам сегодня это сделать. И опять же, я очень рекомендую основу подарков, так как вы уже являетесь дистрибьюторами BioSim, сделать, Катя уже отправляет даже заказик, сделать именно в нашей компании. Почему? Потому что в нашей компании вы можете, потратив минимальную сумму, обеспечить всех друзей и знакомых подарками. И как это сделать, я вам сейчас расскажу. Смотрите, я сейчас перейду, покажу вам экран свой. И расскажу, где вообще у нас находятся самые-самые интересные разделы. Так, показываю вам экран. Сейчас немножечко потерпите. Всем ли видно мой экран? Поставьте плюсики, кому видно. Я сейчас показываю вам личный кабинет. Да, личный кабинет, в котором покажу, видно, да? То есть смотрите, есть у нас замечательный раздел акции. Первым делом вы заходите, смотрите акции каталога номер 6. Я очень советую вот здесь, вот сюда нажать и скачать презентацию. Там не только акции, вот вы нажимаете, да, вы можете скачать, допустим,
на рабочий стол. Я сейчас немножечко покажу, что там находится. Замечательный такой файл, который вы можете показывать своим клиентам, новичкам, кому угодно. Здесь этика и миссия вкратце, да, BOC, безопасность, эффективность, качество, то, что BOC именно пропагандирует, ту миссию, которую мы несем. Безопасно, качественно. И скоро у нас появятся парфюмы. Расскажу немножко об этих парфюмах. Это просто взрыв. Новинка такая интересная. То есть вот эти все 5 парфюмов женских можно смешивать друг с другом. То есть вы покупаете 5 парфюмов, а смешивая их друг с другом, вы получаете как минимум 25 новых ароматов. Это вот такая разработка наших парфюмеров, которые живут на острове Корсика, и специально для нашей компании изобретают парфюмы. И один мужской парфюм, который, я тоже надеюсь, вам понравится. Его пока, то есть парфюмов пока нет, они будут в январе. Но тем слаще они интереснее будут. Про каждый парфюм здесь рассказано, да, из чего он состоит, что в составе. 88% натуральности. Замечательно, большой процент. То есть вы наносите то, что на вашу шейку, это все безопасно. И, ну, немножко загружается, скоро будет новая тушь 4 в 1 суперэффект, 97% натуральности. И наши витаминки уже появятся в конце декабря. Но вы не ждите, делайте все равно заказ сейчас, витаминки вы успеете приобрести. И подарок, да, основной подарок, который вы получите. Если вы новичок, если вы зарегистрировались в этом месяце, то есть в декабре, и вы делаете заказ единоразовый, пожалуйста, обратите на это внимание, минимум на 60 баллов, но лучше на 100, конечно, делайте сразу, объясню потом почему, то вы в следующем месяце, самым первым заказом, но он должен быть минимум на 30 баллов, это совсем маленькая сумма, получите парфюмерную воду. Мадам Куклико она называется. Шикарная парфюмерная вода. Ее стоимость по каталогу 1299 рублей. Вы спокойно можете продать за эту стоимость и купить половину своего заказа на 100 баллов. Вы представляете? То есть вы делаете на 60 баллов, это где-то 1800 рублей. И получаете парфюм в подарок за 1299 рублей. То есть вы 2/3 заказа вот этого маленького на 60 баллов окупили. Вот такая шикарная акция. И очень много акций. Смотрите, очень удобно покупать по акциям подарки на Новый год. Да? То есть вы, например, купили что-то в каталоге, вот альгинатную маску вы можете приобрести. Вот это цены розничные, да, такие, которые видит дистрибьютор. Вот, например, любой гель для душа плюс скраб за 429. Я покажу вам, насколько вы будете дешевле брать и как это выгодно. То есть вы сначала просматриваете все акции. Вот, для мужчины, пожалуйста, тоже куча акций. Просматривайте акции, думайте по списку, кому что вы можете приобрести и подарить. Подумайте, кому вы этот парфюм уже можете подарить. Может быть, это мама, может быть, это подруга. И все остальное вы просматриваете и думаете. Да, вот я могу, например, там, учительнице подарить там, какой-нибудь лак. Да, он будет... еще минус 3 лака за 299 и минус 33%. Это будет 3 лака где-то за 200 рублей. Шикарно, да? То есть по 70 рублей даже меньше один лак. Но это уже хороший подарочек такой. Каждому там будет эта мелочь приятна. То есть просматривайте все акции, да? Все, акции мы закрыли. Тушь уже есть, замечательно. Я даже не знала, вот спасибо, что сказали. И обратите внимание, что по каждой акции уже для вас, как для дистрибьютора, описана вся, любая подробность. То есть, например, средства для серии La Manche, да, 2 средства всего за 429 рублей. И вы смотрите, чтобы эта акция была отработана, необходимо в заказ добавить сначала один из этих артикулов и потом второй артикул. И потом в конце, когда вам выйдут акции, цены снизятся. То есть, например, гель для душа будет 140 рублей, а не 210, да, как по цене каталога. А скраб для тела не 219, а 146 рублей. То есть вы сэкономите почти в 2 раза. И вот уже вот такие вот подарочки вы дарите своим знакомым. То есть просматривайте по каждой акции и думайте, кому можно показать.
Дальше. Просмотрели, продумали, да? Зашли, еще можете изучить новинки каталога. Вот есть такой раздел. И тут рассказывается про парфюмы, про новую тушь, про витамины. Нажимаете сюда. И описание новинок. Вот сюда, если нажимаете, то каталог вам покажут сразу новогодний. Можете его полистать, посмотреть, да, увеличить, уменьшить, скачать его вот здесь можно. То есть полностью этот каталог можно скачать, да, человеку показать. И вот, например, сразу нажали, про парфюмы посмотрели. Очень удобная вот такая вот инструкция. Дальше. Комплимент от BSC. Вот если вы сегодня и завтра не успеете оформить заказ, вот из этой акции вы выбываете. Это шикарная, конечно, акция. Когда вы делаете заказ на 100 баллов, вы получаете сыворотку антиэйдж всего лишь за 99,9 рублей. Чуть позже я о ней еще расскажу. Вот сюда, если вы зайдете, вы просмотрите все бонусные программы для дистрибьюторов, для бюро, кому интересно, да, вот какие программы для бюро, кто хочет бюро открыть. И, конечно, наше путешествие. Здесь описаны полностью наши путешествия. Я возвращаюсь, да, к нашим материалам. Так, завершаем. И возвращаемся к нашей презентации. Сейчас мы вернемся. Итак, я более подробно расскажу об этих акциях. Вот еще раз смотрите. Если в каталоге любой гель для душа и скраб будут стоить 429 рублей, то для вас они будут стоить, смотрите, 140 и 146, 286 рублей. Почти в два раза дешевле. Вот, и смотрите, это будет 10,5 баллов в итоге. То есть, если вы хотите взять, и вы таких подарков на 100 баллов, сможете 10 штук взять. Представляете? То есть, например, у вас будет 10 гелей и 10 скрабов на 100 баллов. Вы сможете 20 людям подарить уже подарки. Вот если брать, к примеру, вот эту акцию, да, гель для душа и скраб для тела. Причем такой подарок, он очень универсален, можете подарить его кому угодно. Еще раз расскажу про эту парфюмерную воду, она очень богатая. Зайдите в каталог, прочитайте про нее. Если есть пробничек, возьмите, попробуйте. Ну, это такой вечерний аромат, он близкий к классике. И эта акция очень хорошо привлекает новичков. То есть человек регистрируется, делает такой заказик небольшой, да, на 60 баллов и получает парфюм. Но я не советую, конечно, чтобы человек ограничивался 60 баллов. Вот, если сейчас человек сделает 100 баллов, то вот эту сыворотку он получит за 99 рублей. И посмотрите, пожалуйста, в каталоге эта сыворотка сейчас по акционной цене 499 рублей. А ее полная стоимость 950 рублей. Сыворотка на 99 почти процентов натуральная. Вы можете взять состав, проверить его на любом сайте, на котором проверяют составы. Да? Кто знает, как называются сайты, на которых проверяют составы? Напишите, пожалуйста, для тех, кто не знает. То есть любой компонент можно проверить. Увидите, насколько экоголик, да, экоголик.ру. И посмотрите, звездочка отмечена, органические ингредиенты. Что это значит? Это ингредиенты, выращенные в абсолютно экологически чистых условиях. Абсолютно. Это провинция Британии, юг Франции, не юг, наверное, не помню, какая часть, неважно. Но самое главное, что это побережье Франции, это экологически чистая зона. Там, только там выращиваются все растения, которые входят в состав нашей продукции. Вот Жанна пишет, я уже получила суперсыворотка. Что я хочу рассказать? Вот у меня есть такая сыворотка, а только под глаза. У меня как раз закончилась гиалурончика для лица, я вот сейчас буду делать свой заказ и получу такую гиалуронку. Во-первых, я хочу сказать, что от нее в восторге косметологи. Косметологи, которые берут эту сыворотку, они делятся впечатлениями, что эта сыворотка восстанавливает кожу даже после химических пилингов. То есть она настолько обладает восстанавливающим и увлажняющим действием,
что эффект поразительный. Во-первых, очень хорошо прорабатывать какие-то морщинки мимические. Вы можете делать каждый день, ну, как бы, такие легенькие массажики, втирать гиалуроночку вот эту. Взять под глаза гиалуроночку, втирать под глазки, да, особенно на те места, где вы видите морщинки. То есть там увлажнения не хватает. Она будет заполнять, эта гиалуроновая кислота, и притягивать влагу в те места, где у вас морщинки. А сыворотки, их не нужно в большом количестве наносить. А сыворотка наносится точечно, в основном на те места, во-первых, где нужно дополнительное увлажнение, где у вас морщины, туда нужно прям вот точечно наносить и делать маленькие массажики по массажным линиям. Массажные линии, это все вы можете узнать в интернете, как правильно наносить. И эту сыворотку вы наносите под крем. Да? Сыворотку с гиалуроновой кислотой лучше наносить вечером, но можно и утром, под крем. Вы нанесли, то есть маленькое-маленькое количество нанесли. Проделывать можно 2 раза в год вот такой курс этой сыворотки. Да, прямо вот пальчиками вы вбиваете по массажным линиям и уделяете тем местам, где морщинки, больше внимания. Хочу сказать, что очень сильно убирает морщины. Обезвоженная сухая кожа становится такой сияющей. Действительно, кислота гиалуроновая там только растительного происхождения. Кроме этого, там есть экстракты бурой водоросли, которые дают тоже потрясающий эффект, выравнивают тон лица. У вас лицо становится такое сияющее, кожа здоровая очень становится. И органовое масло, которое тоже питает очень хорошо кожу, возвращая ей молодость. Поэтому я, здравствуйте, Кальмат, ну, немножечко опоздали, но вот уже рассказываю о сыворотке, о чудо-сыворотке нашей, которая идет по смешной цене сейчас за акцию, по акции за 100 баллов. Поэтому успейте, пожалуйста, сделать, успейте поучаствовать в этой акции. Почитайте об этой сыворотке обязательно, и все закажите, обязательно. Ну, вы не пожалеете, поверьте, если косметологи пользуются, которые привыкли пользоваться профессиональной косметикой, привыкли к хорошему, быстрому эффекту. Они очень рекомендуют эту сыворотку. И очень рекомендуют нас косметологи, прямо пищат от альгинантных масок. Возьмите, пожалуйста, вы видите какие-то чудо-маски. Тем более они сейчас участвуют в акции. Зайдите, посмотрите в каталоге акций, да, или в том разделе, где я вам показывала на сайте. И третья акция, в которой вы поучаствуете, если сделаете 100 баллов, да, это выгодный дебют для новичка, который сделал первые свои 100 баллов, например, он зарегистрировался и в декабре делает первые 100 баллов. За месяц можно их сделать, но я рекомендую всегда вот делать, сделайте сейчас 100 баллов, вы получите и парфюм, и сыворотку за 99 рублей, и поучаствуете, вступите в участие вот в этой акции. Вы получите уже в следующем месяце крем-скраб для ног. Вот я этим всем, конечно же, пользуюсь, ребят, сама. Вот мой крем-скраб для ног, чудесный. Он так пилингует, как будто вы сходили, сделали педикюр. Ножки такие, вот как у ребеночка становятся. Тоже он натуральный. Большой процент, 98,5% натуральности, посмотрите. Да, все это можно проверить, состав везде прописан, органических компонентов много, вот если видите, и алоэ барбадерис здесь есть, и морская соль, и очень много, вот календула экстракт, очень много экстрактов, экстракт зеленого чая, экстракт алоэ, то есть действительно натуральное даже для ножек вам стоит использовать. И абрикосовые косточки, которые удаляют вот эти роговевшие ненужные частички. То есть почистите перед Новым годом свои ножки обязательно. И органическое именно масло облепихи, то есть чистейшее масло натуральное. Это все в подарочек придет. Да? Тут же следом вам в подарочек придет питательный крем для стоп, который тоже на 97% натуральный. Тоже здесь есть масло оливы, органическое, опять же, очень много экстрактов. Мягкие ножки вообще безумно, если вы используете этот подарочек, да, для ножек, для своих.
Вы просто будете в восторге, поверьте. Вам не надо будет идти лишний раз делать педикюр, потому что за вас это сделает скрабик и кремчик. И вот такой еще третий подарок будет из этого набора. Я обалдею от этого крема. Это ночной крем для рук. Тоже натуральность 97%, да, как вы видите. И здесь уже масла оливы, экстракты риса и белого лотоса. Во-первых, они заживляют вашу кожу, если есть какие-то микротрещинки, да, какие-то порезы, царапины, оно как заживляющее действие. Потому что масло облепихи здесь еще присутствует, экстракт зеленого чая. Они, как вы знаете, заживляющими действиями обладают. И ручки тоже безумно мягенькие, есть у нас еще скраб такой для рук, можно его тоже приобрести, очень рекомендую. Можно, кстати, делать мастер-классы, то есть наносить человеку и показывать. Второй месяц вы получите уже следующий подарок, и каждый месяц подарок будет дороже. То есть шестой месяц уже парфюм получите. И я посчитала стоимость по каталогу, да, за которую вы смогли бы продать, например, вот эти все три средства, 597 рублей. Шикарно, правда ведь? Итак, если вы делаете заказ на 100 баллов, это 2714 рублей, то стоимость подарков, которые вы получите, 2395 рублей. Это парфюм, это сыворотка с гиалуроновой кислотой и это кремы для рук. Это я посчитала по акционным каталожным ценам. Если брать полные цены, да, черного цвета, которые в каталоге, там еще намного больше будет. Поэтому... Ну, посмотрите сами, как это выгодно. Сейчас сделать заказ до 15 числа, сегодня или завтра. И столько подарков вы уже сможете их подарить на праздники своим родственникам. И вкратце расскажу о нашем маркетинг-плане. Ну, во-первых, у нас есть маркетинг-план-брошюра. Да, вы можете ее заказать в личном кабинете. И людям уже показывать, предлагать брошюры артикул 11501. То есть вы можете прийти на встречу, если вы проводите живые встречи, и показать человеку по маркетинг-плану пройтись или подарить человеку, чтобы он изучил, кто интересуется бизнесом. У кого есть такая брошюра? Напишите, пожалуйста, у кого она есть. Кто знал, что вообще она есть и у кого она есть. Я пока расскажу, да, вкратце наш маркетинг-план. Вот смотрите, делайте вы 100 баллов, и вы уже становитесь экоголик. Алиса, я спрашивала, у кого брошюра есть. И вы уже становитесь в первую ступеньку нашего маркетинг-плана. Кристина приобретет, Мария уже есть. Хорошо. Мария, удобно пользоваться? Скажите, пожалуйста. Вы уже используете его, да, в работе с вашими потенциальными партнерами? Значит, если вы выходите уже на 3%, делаете 100 баллов, то это 2714, да, рублей, то вы уже получаете первую зарплату. Там где-то 60-69 рублей получается ваша первая зарплата. Если чуть-чуть больше, вы делаете до 200 рублей. Приятно, да, то есть такой кэшбэк, вернули вам деньги, наш бонусный счет, и вы можете заказик, свой следующий уже оплатить часть заказика этими деньгами. Следующая ступенька – консультант, когда вы с вашими людьми, вновь приглашенными, вы делаете 100 баллов, например, да, и ваши люди по 100 баллов, или вы делаете 300 баллов сами, или вы делаете 150, еще один человек, там, 100, 150. То есть ваша команда делает вместе от 300 до 599 баллов. Все, вы становитесь консультантом, выходите на уровень 6% и уже получаете от 200 до 1000 рублей зарплаты в следующий месяц. Поэтому смотрите, пригласили 3-4 людей, да, и 1000 рублей вы уже получили. Все. Ведущий консультант – это уже 600 баллов. Зарплата уже повыше, да, менеджер 12 баллов, вот уже менеджерский уровень у нас, 1200 баллов всего лишь. Ну, это 3 человека, 4 человека по 300 баллов. И у вас уже вот такой вот заработок хороший. То есть каждый вы можете посмотреть момент,
по каждой нашей ступеньке. И самый большой – это вице-директор, когда вы выходите на 5000 баллов, у нас это всего лишь 135 тысяч рублей. Да, по сравнению с другими компаниями это очень-очень мало. И доход в рублях уже 26 тысяч. А вот когда вы становитесь директором, что для этого надо сделать? Кто мне напишет, чтобы стать директором? То есть вы уже вице-директор, и как закрыть звание директор? Напишите, пожалуйста, кто знает. То вы получаете 1000 евро премии, и ваш доход годовой уже 10-12 тысяч евро. Неплохо, правда? Ну вот я хочу показать, какие у нас зарплаты. Вот у меня была зарплата 198 945 рублей. Да, вот Олеся с моей параллельной веточки 90, вот она директор была. 97 499 рублей зарплата. Да, 6 месяцев подтвердить в году, не обязательно подряд, любые 12 месяцев в году, с того момента, как вы открыли вице-директора. Вот мой спонсор Соколенко Марина Юрьевна, вот 163 тысячи, да, например. И есть у нас очень крутая акция «Звездный спонсор». Кто о ней знает, поставьте плюсики. Сейчас посмотрим из 26 человек, сколько людей знает об этой акции. Замечательно. Так, акция «Звездный спонсор» говорит о том, что если вы регистрируете два и более человека, и они делают по 100 баллов за месяц, вы получаете за каждого по 100 рублей в следующем месяце на подарочный счет. То есть пригласили вы 10 людей, вам 1000 рублей дарит компания, вы ими можете оплатить товары по дистрибьюторской цене, то есть сделать заказ. Круто? Круто. Да, поэтому приглашайте потребителей, новичков, приглашайте в первую линию, да, особенно тех людей, кто ну, хочет просто для себя приобретать по 100 баллов каждый месяц, делать и типа 6 месяцев подряд по акции, по этой. И интересно, вы будете получать за них денежки. Круто, да? Участвуете в этой акции, я надеюсь. Кто уже получил и сколько получили вы денежек в этой акции? Вот это вообще шикарная акция. Ребят, ее нужно рассказывать обязательно каждому новичку. Обязательно. Вы не настраиваете новичка на 100 баллов, настраиваете новичков минимум на 300 баллов. Поверьте, люди, которые пришли из компании, где ЛТО по 7, по 9 тысяч, для них сделать 300 баллов у нас вообще не составит труда. Не учите их делать 100 наших баллов. Если они уже привыкли, для них нормально сделать ЛТО там, 8 тысяч, к примеру. Так пусть они делают 300 баллов. Расскажите им, что они получат каждые 3 месяца, если они будут так делать, получать по 2000 рублей еще на подарочный счет и оплачивать им можно заказы. Ну, круто же, правда? То есть... 800 баллов делает человек, есть такие люди, да, они любят продавать, допустим, то есть продавашечки, 6 тысяч рублей каждые 3 месяца им бонусом компания будет еще платить, кроме зарплаты, шикарная, потому что когда у человека хорошее ЛТО, большое, у него и зарплата больше, соответственно, да? Скажите, кто участвует в этой акции, мастер продаж, напишите мне, пожалуйста. То, чем компания наша очень сильно гордится, это единовременные выплаты. Это просто супер, можно жить только на этих единовременных выплатах, то есть постоянно подтверждать новые звания и стать евромиллионером. Почему? Объясню. Потому что наш директор, который делает всего лишь 5000 баллов, 135 тысяч рублей, получает 1000 евро. Если у него два директора, он еще плюсом получает 2000 евро. Если у него появляется один директор еще, да, всего один, то есть к тем двум, то есть становится в общем три директора. Он получает звание платиновый директор и подарок еще 3000 евро. И так далее. Когда человек выходит на уровень бриллиантовый президент, всего лишь 23 команды под ним, 23 директора, и у каждого еще под ним 5. Все. Да? У меня вот уже, например, 5 директоров. Ну, за 2 года да, я сделала результат, но на самом деле я с января такой результат сделала. Я целый год не очень хороших результатов добивалась, потому что не строила структуру. А вот этот результат именно я сделала с января, 5 директоров. То есть мне осталось 18 директоров, и каждому из них помочь стать бриллиантовым. А один уже из них бриллиантовый.
Все, и я бриллиантовый президент компании. На самом деле это не так сложно, как кажется. И миллион евро я получу. Но кроме миллиона я же еще буду каждый из этих уровней достигать и получать вот эти все премии. Вы можете даже взять для себя, просчитать, сколько премий суммарно получит человек, который выйдет на уровень бриллиантовый президент. Смотрю, в предыдущей акции никто не участвует, да, мастер продаж. Ребята, очень зря. Ставьте себе большие цели и старайтесь участвовать во всех акциях. Эта акция не так сложна, да, то есть 300 баллов реально делать. Просто научитесь. У нас есть вебинар от Марины Соколенко, как делать 300 баллов легко каждый месяц. Смотрите его и учитесь и делайте. Потому что вы быстрее будете выходить на уровни, учить ваших новичков это делать. И поверьте, еще получать вот такие вот призы, да, в виде денег. И вот мы получали премию на ассамблее, вот в руках у меня значок золотой, за каждый уровень получаете золотые значки, да, за, например, когда бриллианты я закрою, то мы получим значок с бриллиантовой уже вставкой, золотой значок с бриллиантовой вставкой и премия вот 2000 евро. А вот люди, которые за 2 года сделали премиум бриллиантовый директор, и они суммарно получили 28 тысяч евро. Круто, правда? Ну, автомобили, путешествия еще плюс 28 тысяч евро такая премия. Квартиру можно купить. Автопрограмма. У нас шикарная автопрограмма. Кто уже хочет себе автомобиль и уже почитал эту программу, поставил себе цель, через какое-то время уже автомобиль приобрести. Да, у меня вот мои 2 девочки. Лена Смирнова и Света Маспанова, они скоро автомобили свои получат. Девочки, которые даже года еще не работают в компании. Представьте, у них скоро будет через год автомобиль. Подарок от компании. Я тоже уже написала заявление. Дело в том, что я немножечко тянула. Почему? Потому что чем выше статус, тем лучше автомобиль. Я хочу повыше, как бы, марки автомобилей, поэтому ждала бриллиантового статуса. Да? То есть мы сейчас с мужем активно тоже думаем, какой автомобиль мы хотим, и скоро-скоро он у нас тоже будет. Кстати, вот эта Диляра Гибадуллина, она в компании номер 2, у нее реально в компании номер 2, после генерального директора. И это наш с вами спонсор. Это очень сильная ветка, да, и женщина, которая энергетически очень сильна, она очень обаятельна, вот она получила Мерседес от компании, очень красивый, и мы все тоже можем на нее равняться, такой вот у нас спонсор с вами, вышестоящий. Это мой спонсор, ну и ваш тоже, получается, Марина Соколенко, да, которая тоже недавно получила летом вот машину, автомобиль от компании, и теперь вот у них 2-я машина в семье. Тоже было очень классно, тут так волнительно было. И еще один наш спонсор, Лизара Меметова, она через год тоже получила уже автомобиль, вот Ситроенчик такой симпатичненький. То есть все наши спонсоры с автомобилем. Все-все-все. Вот они друг с дружкой идут, да, эти спонсоры Марина, потом Эльзара, потом Диляра. И все с автомобилями, скоро у меня будет. И у вас обязательно должен быть автомобиль, ребята. Ставьте себе такую цель. Олеся в моей параллельной ветке, она в структуре Марины Соколенко. Вот тоже недавно, мне очень нравится ее машинка. Красивый автомобиль такой женский, как по мне, да. Ну, хотя ему для мужчин подходит, но вот мне очень нравится, такой цвет приятный. Тоже она год в компании была и получила уже автомобиль от компании. И у нас есть шикарное путешествие, да, вот сейчас. А если нужно, нет, деньгами взять, к сожалению, нельзя, то есть автомобиль можно взять и продать. Такой вариант. Это именно автопрограмма, то есть конкретно автомобиль. Звездный вояж, тропический рай. Мальдивы, Шри-Ланка, Гоа. Вот это то, куда мы едем в феврале. Я еду, и одна из моих девочек, которая пришла ко мне в январе, уже тоже туда едет, Света Маспанова. Мы будем присылать вам видео, фотографии.
с этого круиза. Но вы можете участвовать в следующем круизе. С января начинается следующий круиз, который будет в Сингапур и Таиланд на итальянском очень крутом, красивом лайнере. Вот это фотографии лидеров, которые ездили в предыдущие круизы. Это Арабские Эмираты, Францию на Лазурный берег ездили. В общем, было круто очень. И еще одна поездка в этом году будет, уже на нее идет, можете почитать, да, я показывала, где раздел путешествия, уже на нее идут условия, вы их уже можете выполнять, да, это Испания. Да, Испания – это очень крутая страна, туда очень, как бы, достаточно дорогие тоже путевки, и вот конференция обучения будет в Испании в сентябре. Поэтому вы еще вполне очень много времени можете успеть условия выполнить и на Испанию, и на круиз в Сингапур. То есть каждый из вас это может сделать, деньги поменять нельзя. Ну зачем? Ну что, подарок такой, деньги вы и так заработаете, премию вы и так заработаете. Это подарок, это будет ваше авто, на котором вы будете ездить, путешествие. Это же то, о чем все мечтают, мне кажется. Ну, это же классно. Увидеть мир. Поэтому наша компания дает такие возможности обалденные. Используйте их, зарабатывайте деньги параллельно и... пусть у вас все будет. А права вы сможете получить. Страхи перебороть свои, как я тоже когда-то боялась автомобиль водить. Я же переборола эти страхи. Это так круто, когда ты едешь. Ты не зависишь ни от кого, ни от таксистов, ни от маршруточников, ни от мужа, ни от кого. Ты едешь, и ты за рулем, ну, не знаю. Поэтому рекомендую. Знаете, забыла я тут сделать слайдик про то, что у нас еще есть квартирная программа. Ребят, квартирная программа – это то, чего нет ни у одной другой компании. Вы можете получить квартиру или дом за то, что вы трудились, за то, что вы старались в любом городе России или той страны, в которой вы живете. И это возможно с нашей компанией BOC. Это реально, причем с нового года еще и улучшит условия, поэтому очень прошу. Сначала автомобиль, потом квартиру, ну или как хотите, можете сразу на квартиру. Но у вас это все должно быть от компании. Сделайте себе будущее, сделайте будущее своим деткам, возьмите все, что можно, потому что компания сейчас дает такие классные условия, такие классные преимущества. Вы просто себе не представляете, в какое время вы оказались в нужном месте. Вы просто себе не представляете. Многим просто не повезло, потому что им этот шанс не был дан и, может быть, не будет. Но так как вы в начале, вы попали в тот момент, когда компания очень бурно, мощно развивается, но еще не охваченные территории, здесь сейчас можно зарабатывать огромные деньги. И здесь сейчас можно просто получить от жизни все. Быть счастливым. Но самое основное, то, что вы людям будете давать такую возможность. Понимаете? Возможность пользоваться качественной продукцией безопасно. То есть вы знаете, что вы не испортите здоровье ни одному ребенку, предлагая нашу детскую серию. Вы не испортите здоровье ни одной женщине или мужчине. Это же, наверное, даже лучше всяких путешествий и, путешествий и всяческих вот таких вот моментов. Ну и дадите возможность людям жить лучше. Зарабатывать лучше мамочкам, у которых много деток и нет возможности построить свой бизнес, да, какой-то другой. Вы даете возможность без вложений вот такие вот результаты получать детей. А поэтому, вы знаете, счастье – это путь, а не пункт назначения. Нет другого времени для того, чтобы быть счастливым, кроме как сейчас. Живи, наслаждайся данным моментом. Я это к чему решила вам сказать, да, вот эту фразу преподнести? К тому, что многие откладывают на потом. Ну, я сделаю это потом, когда-нибудь, ребят, нет, есть только здесь и сейчас. Начните сейчас. Возьмите, поставьте себе цель. Возьмите в этом декабре, сделайте классный результат, сделайте вице-директора. Ребят, ну это несложно, на самом деле. Это несложно, если прописать цель, поставить, тем более перед Новым годом. Прозвоните друзьям, расскажите, что вы такие у нас подарки. Да? Хотите, я вам скину слайдики эти. Используйте эти все картинки. И все. И будет всем счастье. Сейчас будет следующий вебинар. По расписанию посмотрите. Девочка тоже будет вести очень хороший вебинар. Я извиняюсь, что я времени вот
только, да, заняла, я уже выхожу из комнаты, а вы заходите на следующий вебинар, как бы у кого есть возможность. Это я сделаю в записи, выложу все. Я вас очень люблю, я вас целую, желаю вам удачного дня. Пожалуйста, сделайте все сегодня максимум, завтра ваши ЛТВ. И делайте их на 300 баллов. И будет у вас все очень-очень круто. Пока-пока.